Здравствуйте, вы смотрите Arsenal News, и я ее ведущий адвокат. И вчера, 6 августа, недалеко от международного аэропорта, произошло ДТП с возгоранием одной из машин. Прибывшая на место происшествия полиция увидела, как несколько граждан попытались скрыться с места ДТП. После чего полиция начала преследование данных лиц. Но, к сожалению, данным гражданам удалось уйти, спрятавшись в домах. Полиции, по неофициальным данным, стало известно, что данные лица были из криминальных кругов Russian Mafia. Также вчера водители могли заметить, что полиция проводила акцию с целью повышения доверия граждан к органам внутренних дел, пропаганды профессии полицейского и здорового образа жизни. Парад, гордясь, каю.